Всем привет, с вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет у себя на хозяйстве. У меня родили две козочки. Вот эта вот беленькая Роза родила двойняшек. Девочку и мальчика, оба комолы. Девочка 2100, мальчик 2900. И вот та вот белка родила графиню от графа. Дочку рогатую, но мы ее обезрожили. Вот сейчас я вам ее покажу. А у тебя где мелкие, Роза? А, Роза? Куда мелкие дел? А вот они спрятались. Поднюшки торчат. Да, белка. Белка. Маленькие лежат. Оба здесь, и мальчик, и девочка. Вот и спят, какие лапочки. Спят лапочки, да. Отдыхают. Сейчас покажу графиню. Она у нас прячется. Вентиляцию постоянно. Опять залезли в вентиляцию. Че, здесь тенечек? Прохладненько, хорошо. Да, графинька? А, графиня? Да не трогаем, не трогаем, не трогаем, не трогаем. У нас сразу же родилась 3700. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, вылазь давай, графиня. Ну, вылазь давай. Вот она такая у нас красавица. Вот такая вот красотка. Графинька. Тоже у нее получается окрас павлин, насколько я понимаю. Спереди беленькая, сзади коричневая. У графа черная сзади, у нее коричневая. И вот такая красавица. Графиня! Графиня! Ну куда я тебя покажу? Посмотри на меня. Графинька! А, графинька! Вот такая вот красотка. Мама, белка. Да, белка? Не бойся. У меня такое вот вымя. Пока еще не смотрели, сколько молока дает. Ну, в принципе, неплохо дают молока. Ну, немножко себе сдаем. Остальное козочка. Такая вот красотка у нас. Ну что, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока-пока.